Всем привет, дорогие друзья, с вами Самурай, и сегодня я продолжаю играть в World of Goo. И в прошлой серии мы с вами прошли первую главу, а в этой серии мы начнем вторую главу. Мисс Мира Гу. Осень. Глава 2. Маленькая мисс Мира Тянучек. Прикольный уровень, кстати, очень офигенный. Погнали, первый уровень, слюнки. С возвращением. Я вернулся, как раз вовремя. Какая странная капля свисает с утеса. Выглядит как живая. Фу, лучше не прикасаться. Долго отсутствующий автор. В общем-то, прикол в том, что вот эти шарики, они свисают. Ну, как вы уже поняли, они свисают. И нам нужно благодаря этим шарикам разбудить эти, а потом уже добраться до трубы. Это будет не слишком сложно, погнали. Так, нам нужно разбудить всех. Отлично. Разбудили. Так, отлично. Да. Не удивляйтесь, что я такой... Что я зеваю вечно, я только проснулся и еще спать хочу. Так, в общем-то, теперь нам нужно это сделать таким образом! Таким образом! Блин, что-то... Я что-то, походу, забыл, наверное, как... Уровень проход... Есть. Ух. Здесь просто надо было быстро это делать. Двадцать из десяти. Отлично. Так, следующий уровень. Тут, кстати, по-моему, в этом эпизоде уровень будет довольно сложный, насколько я помню. Так, чё опять всё залагало? Алло! Алло, что за дела? О, всё. Улетайте, малыши. Система наведения. Из разных источников поступают сообщения о гигантском вращающемся колесе, летающем по небу. Все сошли с ума, кроме меня. Автор. Тоже такой несложный уровень. Здесь всего лишь нам нужно вот таким образом шариками управлять. Так, это здесь. Нет, не здесь. Правее. Так, еще чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. О, отлично. Где-то на острове есть источник энергии. Он снабжает электричеством весь мир, но в последнее время его эффективность неудовлетворительна. Кажется, дождь собирается. Автор. Так, а труба наша где? А, труба там. Нифига себе. Ну ладно. Ничего страшного. Тут тоже несложно. То есть, нет, вот так. Стой! Стоп, откуда у меня четвертый шарик? Я его не помню. Ладно. М-м-
еще ранок. Ой. Ну ладно, пофиг, пробуем. Так, 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 так. Тихо! Так, так, так. Вот и все. Да. Класс. Так, и теперь типа спускать, да? О, все правильно. Еще спускать. Отлично. Готово. Все, всех засосало. 84. Отличненько, отличненько. За 3 минуты я прошел почти. Так, следующий уровень. Что тут у нас? Что это? Штормовое предупреждение. Время ветряных мельниц. Ой, ё-моё, вот это вообще жопа, какой сложный уровень. Я его помню. Я его никогда пройти не мог. Ветряные мельницы должны были быть источником дешевой энергии во всем мире. Но их энергии недостаточно. И нужно найти другой источник энергии, автор. Да, ну ладно. Справимся, надеюсь. Я вообще сейчас не догнал. А! Тьфу, точно. Может, сюда? А, что? Нельзя. А! Тьфу ты, блин. Что же я туплю-то так? Походу, реально я еще не проснулся. Реально туплю. В принципе, не так уж и сложно. По крайней мере, так кажется. Ребят. Интересно, что будет, если я прикоснусь к этой мельнице? Она меня, надеюсь, не уничтожит, не шарики, не убьет. Да. Сами видите. Убьет. Тихо! Твари! Нужно через мельницу, ё-мо. А что тут? А, господи, это же уже читал. Точно. Да, да, да. Ё-мо, вот это вообще жопа. Ладно, попробуем. Чёрт. Блин. Так, нет, не так, стоп, еще раз. Где жучки? Нет, нет. Вообще супер. Нет, нет, нет! Так, жучки, помогайте. Блин, на соплях буквально. Так, тихо, я только не зацепил. Я не... Блин, я шарик хотел. Блин, да что же не успеваю? Блин! Не туда. Ну ладно, тоже можно. Вот блин. И чё? У меня мало шариков осталось. Щит.
экспертизу на этот шарик, но... Точно, можно ж так просто делать. Интересно, интересно. Точно, точно. Интересно, вот, блин, только... Чувствую, блин, до трубы будем добираться. Не так уж это и легко. Очень быстро. Вот так. Есть. Тихо, тут очень, очень это... Нервный уровень. Никогда его пройти не мог. О, так... Держись. Держись. Нет. 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 Еще шарики надо. А, вот они здесь все. Сюда. 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 Ой. Фух. Не сдох. Ладно, теперь сюда. Сюда и сюда. Давай, 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 давай. И... О, отлично, слушайте, прошел. Великолепно. 10, 11. Так, ну еще вот это вот. Давай, ползи, черный шарик. Это все? Да, видно все. А я могу шарик туда засосать? Давай! А, нет, не могу. Ну ладно, все, продолжите. Фух, прошли. Нелегкий был уровень, но я его прошел, я его никогда пройти не мог. Что интересно. Фух, прошли. За 5,5 минут. Надо сейчас быстренько следующий проходить. Давайте вот последний уровень пройдем в этой серии и все. Добро пожаловать. Куда? Вытирайте ноги, пожалуйста. А куда добро пожаловать-то? А, это нам куда-то там попасть надо, я помню. Только избранные шарики ГУ могут попасть на этот остров. Вы должны быть очень внимательны. Особенно зная, что источник энергии для всего мира находится где-то на этом острове. Но старайтесь не хватать хрупкий кабель. Он, кажется, сделан из связанных в цепи ГУ. Свободный автор. Это очень интересный уровень. Небоскреб свободы 3000. Так, что тут у нас? Вообще, эти шарики предназначены для отдыха и веселья, а не для обхода системы безопасности. Мое дело предупредить, автор. Значит, нам надо куда-то там попасть. Для этого нужно обмануть систему безопасности. Дайте за шарик уходить. А, здесь нельзя, да? А, во-во-во-во. Вот как-то так это и делается. Вот только это долго, потому что надо очень много этих... долго, короче. Так, шарик туда. Блин, черные шарики, что вы там плаваете? Так, вот тебя мы сразу быстренько сюда, 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 сюда. Оп, хватайтесь, хватайтесь, пока не поздно. О, о, еще вот так. Отлично, хватайтесь, так. Так, отличненько, отличненько. Все. Что вы здесь я так сделал? Да блин, на облако иди. Так, а где? Хорошо, хорошо. А какой здесь суп? 61 шарик, да? О, еще табличка. Яма-ловушка. Она предназначена для бесшумного устранения незваных гостей. Автор в гостях. То есть, типа... Блин. О! О, эти тоже. Так, теперь мы смотрим, что мы тут можем сделать с этим. Так, хватаем за шарик. Еще один. Эти сухицы, отлично. Так, это едет. Отлично. Так, тебя я заберу. Сюда. И вот тебя я, друг, заберу. Вот сюда. Уи! А эти, блин, а эти! Черт. А, ну ладно, мы все равно прошли. А на суп я проходить не буду, потому что и так я уже много времени прохожу. Да.
Ну что, неплохо, 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 в принципе, неплохо. Фу, ну что, прошли, нам осталось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 уровней нам осталось. Ну, в принципе, я думаю, что можем сейчас еще ничего тут. Школа красоты, ну давайте. Время наводить красоту. Давайте еще один уровень пройдем. А уже остальные в следующей серии. Вот, у нас появился такой здоровый шар. Среди всех гу и всех шариков. Кто на свете всех милее, автор? Это был намек на эту чувиху. Так, подождите, она сейчас покатится, покатится, по этой штуке покатится. А потом... А, и все. А дальше я знаю, что там будет. Покатила, покатила, покатила тетя. О, смотрите, я могу так... она следит за курсором. Все отлично. Теперь мы эти отцепляем. Да, она вот так вот красиво перемалывается. И тут уже все. Красная труба. Кажется, она очень специфична. Только определенные виды шариков гу могут пройти. Автор. Это намек на то, что только розовенькие могут пройти. Все, это не можно точно. Ну что, в принципе, все. А суп здесь какой был? Ай, ладно. Все. Так, открылась снова до уровня. В прыжке и курортный гидромат. А, боже, это уже в следующей серии. Так, нам осталось сразу 6 уровней, да? Да. И, в общем-то, их я уже пройду в следующей серии. Ну, а здесь я смогу только попрощаться. В общем-то, если здесь впервые, то можете подписаться на мой канал, поставить лайк, поздравить друзей. А с вами был Самурай. Всем удачи, всем пока.